еще привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Паша, и вы находитесь на моем канале. И сегодня мы с вами продолжаем проходить такую замечательную игру, как Снайпер Элит 4. В прошлой серии, если я не ошибаюсь, мы с вами походили в каком-то, в какой-то деревне, спасли эту Софию, или как ее там зовут. Ну и все, больше мы с вами ничего не сделали. Я думал, что нам еще дадут походить, но нет. Убили мы снайпера, но это не засчиталось за миссию, надо было его еще обыскать. Ну ладно, сегодня у нас с вами задание под названием «Мост Реджелина». Давайте, точнее не давайте, а не вижу смысла тут долго разговаривать. Так, что я вижу? Я вижу супер какую-то зенитную установку. Нет, это не зенитная, это арт-установка. Это типа Дора, только поменьше. И мост. Ну, как бы понятно, да, что мост? Мост Реджелина. Надеюсь, будет интересно. Даже не надеюсь, а думаю, что будет интересно, потому что я так думаю. Вот что-что, вот наш Карл Фербер не изменяет своим традициям. Давайте я сейчас попробую перезайти в игру. Надеюсь, это поправится, потому что, ну, так себе как-то без головы проходить. Сейчас, одну секунду. И... Блин. Я помню, листал тут персонажей. Мне просто было интересно, типа, вот тут персонажи можно менять? Тут как бы нарисован-то Карл Фербер, но персонаж София Ди Рокко. А я думаю, что в прошлый раз мы с вами, помните, типа, ну, таким девчачьим голосом. Я думала, это бойцы и девчонки, а у меня выбрана это София. Вот, лейтенант Карл Фейерберн. Давайте перезапускать задание. Все, нет, назад. Перезапуск. Вот, надеюсь, сейчас все поправится. Слава тебе, Господи, что ты наконец-то стал за головой. А то мы уже устали тут, да? Поговорите с Лючио. Поговорили. Очень познавательный диалог. Поговорили. Очень познавательный диалог. Так, и с тобой давай поговорим. Угу, познавательный диалог. Что тут вижу? Вижу аптечку. Патроны. Тут что? Радио. Ага, радио. Послушали, очень интересно. Начинаем. Разрушьте орудие на ЖД-платформе. Выглядит массивно, вот реально, выглядит массивно. А мы такие пафосные стоим. Нужно добраться до орудийной платформы Гюнники. Нифига себе тут заданий, блин. Найдите пилота, упавший разведсамолет, транспортный склад, дополнительный склад, тайник с боеприпасами, немецкий контрольный пункт и броневик. Офигеть можно. Так, ладно, давайте. Ну, наша основная задача — разрушить на ЖД-платформе эту станцию. Ой, какую станцию? Ну, короче, вот эту, бам, установку, короче, в общем. Так, хорошо. Как к ней добраться? Есть два пути. Есть вот сюда-сюда, и потом по мосту. А есть сюда-сюда-сюда-сюда, обойти сзади. Поместить заряд. Я думаю, пойдемте по пути, который первый. Я думаю, так быстрее. Возможно, не так безопасно, но зато быстрее. Из-за шума выстрелы будут не слышны. Кстати, тоже неплохой вариант. Так, стоп. По этой дорожке мы можем пройти куда-то туда. Я не хочу здесь идти. Все-таки по пути мы можем найти пилота. А нет, мы же идем вот так. Мы могли бы найти пилота, но так найдем самолет по пути. Ну и а что и нет. Стоп, что я мог сделать? А, укрытие спрятаться. Все, понял. Да, сразу же нас тут, блин, встречает. Немецкий офицер и два их солдата. А, нет, еще третий где-то. Так, давайте аккуратно, чтобы нас не слышали. Чё, в смысле?
Что это было? Я даже не понял. Ну, короче, не надо так жестко идти. Давайте по стелсу аккуратненько. Угу, только сейчас бы как это аккуратненько так сделать. А, у меня же звуковые припасы есть. Ну, это все меняет, это все меняет. И никто ничего даже не сказал, ничего не вякнул, не бякнул. Ну, тело-то найдут. Над этим я абсолютно не сомневаюсь, но хотя бы не все будут слышать выстрел. Давайте в того. Отлично. Бьем действует наверняка. Какие, блин, десантники? У меня только начало получаться нормально. Тут разносить их без шуму и без крику. Надо было в голову тому целиться, так бы, возможно, я их сейчас не разозлил бы. Тише. Блин, забежал за укрытие, вот гад. Ну, они даже выстрелы не слышат. Они тупо смотрят по трупам и заминированные тела. Ничего себе. Вот и все. Ну, у нас всего-то 3 патрона осталось на винтовочку, к сожалению. А врагов как-то побольше, чем 3. Ну, мне так кажется. Ну, я уже 4 вижу. Припасов. Тут согласен. Наверное, он там за домом стоит, да? А, вот он. Тот, кто на карте обозначен. Все, закончились. Перезаряжаем обычное. Ну, чтобы не шуметь, этого снимем с пистолета. Все, вот прям отлично. Зачистили какой-то пункт, на котором было много людей. Здесь больше нечего искать. Поэтому все у нас отлично. А вот и наш самолет-разведчик. Это П-51 или какой-то. Но точно не реактивный. Ну понятно, там 43-й год, говорил он вначале. Уничтожьте обшивку. Ну, я тут пока их разворошил опять. Он сказал... Типа, это новый самолет, он не должен достаться фашистам. Все. Это, конечно, не может не радовать, но это не основная задача. Все, отлично. Тут всех переснимали, идем дальше. По этому пути? Нет, куда я иду вообще? Не туда. Мне сейчас вперед и направо, да, конечно. Кстати, забавно. Слышите, как он дышит? Он дышит, как девушка. А он не девушка, он мужик. Надо всю миссию заново начинать, тогда он будет дышать уже нормально. Так, вот наша пушка. Давайте обойдем быстро. Потому что я тут вижу их, ну, очень много. Поэтому, что нам их злить? Пускай себе спокойно стоят. А мы уже выходим, собственно, на этот самый мост. Вот он. Ну да, выглядит, конечно, монструозно. Вон, где одного я вижу. Ну, короче, походу, это будет не сложно. Опа. А меня уже снайпер увидел, а у меня звуковых припасов нет. Но они не будут знать, что это я именно сделал. Блин. Вот зараза, снайпер, блин. Убежал. Вот он. Давайте будем ждать выстрела этой Доры, так называемой. И в этот момент убьем снайпера, чтобы никто не подозревал, что это именно я.
за елкой стану. Давай, стреляй. Блин, именно в тот момент, когда она уже заложила снаряд. О, так его и те услышали. Короче, все. Это проигрышная катка, поэтому давайте уже рашить. Я рашу. Ого, брутал, типа в бандане такой есть крутой. Где второй? Тут? Бежим, пока не убили. Броневик! Блин, я не заметил его. Я реально его даже не видел, этот броневик, блин. А, ё-моё, смотрите, я, короче, поставил мину. Она на эту мину наехала. Убился водитель. И теперь, когда она будет стоять по-любому, я заложил заряд. Сейчас она взорвётся. Вот это круто. Это круто. Там, кстати, был снайпер, я его снял. Насколько я знаю, можно так двоих сразу снять, как они сейчас бежали. Но, к сожалению, не получилось. И далее, я не только с задержкой дыхания умею убивать. Так, окей, хорошо. Нам нужно куда-то за... подбросить. Ну... Ой-ой-ой. Тут опасно. Это, кстати, тоже снайпер, да? А, нет, это не снайпер. Снайпер где-то тут лежит. Так, вот тут строительные леса. А, да, и мы можем пройти. Ай, блин. Я ж упал с... на 1 метр. Как ты... Это... Ушибся чуть-чуть. Где эти строительные леса, где там вход на них. Сейчас будем разбираться. А, вот, все, нашел. Отлично, вот туда. Хорошо, давайте. А, так они еще и тут сидят. Какая граната? Не надо гранату. О, блин, 29 патронов уже осталось. Ну, в принципе, что смысл-то жалеть? Потом либо нашкребаем, либо миссия закончится. Вот, то есть... О, нормально насобирал. Где-то тут еще. Ого, видели, как он прям так... Во, прыгнул. Ага, вот у нас и заряд. Ничего. Давайте тоже прыгнем. Оп. Установим заряд. А таймер можем установить? Таймер не можем. А, нужно типа пройти на место какое-то и уничтожить заряд. Я предлагаю пойти туда. Стоп, стоп, стоп. Лезем. Теперь спрыгнем. Я предлагаю сейчас пойти вот туда. И оттуда уже подорвать заряд, потому что, ну, их же можно из пушки подрывать? Вроде бы да. Давайте встанем здесь. Там еще человечек. Ну, с этого попасть нереально. Так, давайте еще сюда встанем. О, вот прям идеальное место. Там еще бегают, сейчас они взорвутся.
Ну давайте посмотрим. О-о-о. Красотища! Все в бездну. Да, теперь мост разрушен. А, ну как я и говорил, да, походу это конец. Ну не походу, а это конец. Нам не дали повыполнять дополнительные задания, ну ничего страшного. Ну и на сегодня я, ребята, предлагаю заканчивать. Если вам понравилась эта серия, то пожалуйста поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Напишите какой-нибудь позитивный и креативный комментарий. Или же отправьте это видео всем своим друзьям. Ну а желаем огромнейшей удачи, ребята, и всем пока-пока.